Ребята, всем привет! 29 мая стартует мой 22-й гитарный марафон, который будет состоять из трех классов. Это техника, гитарные рифы и гитарное соло. Соло мы будем разбирать из известной группы AC/DC Back in Black. Оно будет разделено на 4 части, и каждую неделю будет даваться маленькая небольшая частичка. Будет подробный урок того, как играть, как делать вибрато, как делать бенды, как делать пулы и все такое. Техника будет у нас заключаться в небольших маленьких вертушках, то есть вертушечные фразы. Их мы будем делать тоже 4 урока. Каждой фразе будет свой урок, свой минус, если он там актуален, и гитарный риф. Риф будет тоже разделен на 4 части, то есть каждая часть будет содержать в себе несколько тактов. Это от 4 тактов и, возможно, ну, может быть, чуть больше, может быть, 4 такта так оставим. И будут разные минусовки. Минусовки будут в разных темпах. Это будет как раз означать то, что разные классы. То есть, например, есть класс у нас, мы раньше делали А, Б, С, а сейчас это просто разные темпы. То есть класс, например, А — это самый оригинальный класс, то есть это ребята, которые играют все в оригинале, соответственно, минус тоже в оригинале. И у нас минусовки, они не просто 3 минуса, а минусов очень много, потому что разные темпы с шагом 10 BPM. Например, если оригинал звучит в темпе, ну, условно, возьмем 200, то минус начнется от темпа 60, 60, 70, 80 и таким образом дойдет до 200 BPM. Это как раз даст возможность сыграть полностью все. И на прямой трансляции каждый понедельник в 8 часов вечера, ну, плюс-минус, в зависимости от того, будет ли время или нет, но, как правило, время есть, и каждый понедельник в 8 часов у нас будет с вами проводиться онлайн-трансляция, проверка этого задания. На проверке вы можете присутствовать или не присутствовать, посмотреть ее можно также в записи, потому что все проверки у нас остаются. Итак, как принять участие в нашей, так сказать, называемой гитарной семье, большой гитарной семье? Нужно будет подать заявку по ссылке и, собственно, ждать 29 мая все получат свои задания и начнем участвовать. Можно участвовать в одном классе, можно участвовать в двух классах, можно участвовать в трех классах. Соответственно, если вы понимаете свои силы и хотите немножко преуспеть в гитарной технике или расширить свой кругозор в плане гитарного соло, или поиграть гитарные рифы и поучиться всем приемам именно четкости, ритмики и хорошего звука, то welcome на 22-й гитарный марафон.